Это я. Я всегда хожу в черной маске. Если сниму маску, то умру. У меня танатофобия. Это светобоязнь, вызванная мыслями о смерти. Я стою у обрыва с бесконечной глубиной. Делаю шаг вперед. Лечу. В течение нескольких минут моим единственным чувством была бездонная темнота. Потом я получил электрический разряд и в одно мгновение воспарил над землей. Я начал чувствовать свет внутри. Не видел его, но чувствовал. Я так боялся света всю жизнь. В итоге сам оказался им. Я растворился в свете. Теперь я есть в каждом световом блике на этой планете и за ее пределами. Я смотрю на вас и грею ваши души. Посмотрите на свет вокруг вас. Это я. Я свет.